Экономический аналитик и специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин с нами на прямой связи. Господин Крутихин, здравствуйте. Добрый день. Ну вот первый вопрос, который я хотела бы вам задать, он, наверное, такой из разряда миф или правда, возможно, дилетантский очень прозвучит, но очень важно услышать ваш ответ на него, поскольку один разговор, который мне пришлось услышать от сторонников, скажем так, действий Владимира Путина, они говорят, что, видимо, руководствуясь данными, которые выдает пропаганда, они говорят следующее, что Россия продолжает снабжать Украину топливом и сейчас остается ее торговым партнером и так далее. Вот как бы вы могли это прокомментировать? Как на самом деле? У меня такой информации нет. Через Украину проходит транзит российского газа. С одной точки на границе входит на территорию Украины, и дальше он поступает европейским потребителям. Естественно, часть этого газа расходуется на то, чтобы работали компрессорные установки, так называемый технологический газ, но он не поставляется украинским потребителям совершенно. Затем из России не поступает ни нефти, ни нефтепродуктов для украинских потребителей. Поэтому говорить о том, что идет какое-то снабжение, вероятно, имеется в виду снабжение оккупированных территорий, захваченных. Вот туда, как вы сами понимаете, поставляется для танков, бронетранспортеров и топливо, и для населения кое-что перепадает во время войны. Но говорить о том, что Россия снабжает Украину энергоносителями, это такой информации нет. А кто сегодня снабжает Украину энергоносителями? Ой, да много очень стран. Дело все в том, что газ можно получать, и Украина получает от торговых компаний в Европе. Получает она его через границу со стороны Словакии, со стороны Польши. И, кроме того, вот в последние дни была проведена проверка того, как газ может поступать на украинскую территорию даже из Каспийского региона, из Азербайджана. Вот старый газопровод, так называемый трансбалканский, по которому газ качали из России в Турцию, он проходит через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и дальше в Турцию. Вот он сейчас развернут. И из Турции газ поступает и в Молдову, и в Румынию. Пока там еще нет торговых контрактов, но, пожалуйста, техническая возможность для этого есть. Я думаю, вполне можно получать газ даже оттуда. Ну вот еще вопрос из разряда того же, что я вам задала. А что плохого-то, спрашивает зритель. Нефть, газ Путин стал продавать в Индию и Китай, а газ в Турцию, а та его в Европу гонит. Это так? Но это не так, потому что тот газ, который Путин поставляет в Турцию, по двум маршрутам. Есть турецкий поток. Для Турции остается примерно по этому маршруту 16 миллиардов кубометров в год. И старый голубой поток через Черное море. Там тоже примерно максимальная мощность 16 миллиардов кубометров в год. Вот это все для турецких компаний, у которых есть контракты на эти объемы. А дальше через Турцию на болгарскую границу выходит одна нитка турецкого потока, тоже 16 миллиардов кубометров. Болгария ничего не берет из этого газа, и газ транзитом идет дальше в Сербию и в Венгрию. Вот это вот турецкий поток. Часть газа якобы из Болгарии, вот из этого турецкого потока, забирает немножко совсем Греция и Северная Македония. Все, вот «Газпром» больше ничего туда, через Турцию, тем более для Украины, не поставляет. Ну вот с 5 февраля уже вот-вот практически вступает в силу это эмбарго на нефтепродукты из России. Также наши зрители много спрашивали вас и об этом, задавали разные вопросы. Но вот так обобщу, что будет происходить в этой отрасли в России вот с этого момента, с 5 февраля? Ну, смотрите, когда было объявлено эмбарго на сырую нефть с 5 декабря, то часть того, от чего отказались инициаторы этого эмбарго, они отказались примерно от 50-51% российского экспорта сырой нефти. Надо было куда-то его пристраивать России. Российские компании с гигантскими скидками стали его предлагать по всему миру. Самым большим покупателем стала Индия. И немного увеличил закупки Китай. Ну вот у него максимум был в свое время 83 миллиона тонн Китай закупал.
А в прошлом году 86 миллионов тонн. То есть это небольшое увеличение для Китая. Главным образом там в Индию пошло. Теперь, когда вот сейчас европейские потребители лихорадочно покупают российские нефтепродукты, пока это еще возможно, заполняют свои хранилища, с 5 февраля они прекращают покупать примерно 57% от того, что Россия нефтепродуктов вот экспортировала в 2021 году. Значит, куда-то надо перестраивать. А куда? Китай, Индия, арабские страны, они экспортеры нефтепродуктов. Они, им не нужно покупать нефтепродукты. То есть туда пристроить это невозможно. И у российских компаний есть вариант. Ну, раз невозможно никуда это все пристроить, значит, часть нефтеперерабатывающих заводов в России придется прикрыть или сократить производство. А куда девать вот эту сырую нефть? Часть ее, возможно, им удастся пристроить на экспорт. Но мы уже видим, что экспорт сокращается. То есть пропускная способность вот России на экспорт сырой нефти, она на самом деле не так велика. Я думаю, что и Индия скоро сократит закупки. Поэтому девать будет некуда, а это означает, что уже впервые с мая 2020 года российская нефтяная отрасль должна будет самостоятельно закрывать скважины, закрывать какие-то промыслы, сокращать производство нефти, добыча нефти сократится. Насколько, пока непонятно, потому что часть этой сырой нефти, возможно, удастся пристроить вместо российских нефтеперерабатывающих заводов куда-то за границу, но это незначительная часть. Ну, если бы не было потолка цен какого-то, мы считали, что у нас на 50% добыча упадет. Сейчас такие оценки, что примерно может добыча России упасть на 1 миллион баррелей в сутки. Это означает 50 миллионов тонн в год. Вот Россия добывает где-то 540 миллионов тонн. Вот 50 миллионов тонн в год, надо будет закрывать добычу. Вот, а это значит, поскольку эти нефти, нефтепродукты, они шли на экспорт, это вот экспортную часть добычи придется закрывать, это значит, что доходы в российский бюджет в твердой валюте резко-резко будут сокращаться. А учитывая то, что нефть торгуется сейчас не по 70 долларов, как в бюджете российском заложено, а торгуется где-то, бывают 37 даже доллара, 42 доллара, вот такие партии нефти уходят, то это означает, что российский бюджет очень сильно недополучит прибыль. Но как это скажется на внутреннем рынке, то есть на ценах на бензин внутри России? Они станут... Какими они будут? Они будут выше, потому что цены на бензин определяются не ценой нефти, не вот политикой нефтяных компаний, сколько они куда чего направляют. Это налоги. В нефтяной цене, вот в цене бензина и дизтоплива на бензоколонке, там больше 70% от налоги. А поскольку российское правительство сейчас нацелено на то, чтобы обдирать и население, и организации, и компании, всех, кого можно обдирать в военных целях, то и на бензоколонках цены обязательно должны повыситься. Два раза в год повышаются акцизы на топливо, и они будут продолжать расти и дальше, и дальше. Так что, нефти в России хватает на то, чтобы обеспечить внутренние потребности. Вот заграничный экспорт, он очень сильно пострадал. Вот в такой ситуации отрасль окажется. Вот много вопросов от наших зрителей, в частности, спрашивают у вас. Наверное, уже надоел этот вопрос господину Крутихину, но все же. Каковы перспективы у Путина восстановить прежний уровень доходов от продажи газа, нефти и нефтепродуктов, используя продажи в третьи страны и транзит через них? Сколько времени это займет и до какого уровня они смогут вырасти? Нет, я думаю, что все, вот эти деньги, они уже потеряны. Есть прогнозы, что да, может быть, к концу года или в следующем году примерно ситуация выправится. Но, первое, по нефти. Мы видим, что на мировом рынке нет никакого дефицита нефти. Без российской нефти мировой рынок может вполне обойтись. Да, нефть будет внутри страны потребляться, все как и прежде, но с экспортом нефти, я думаю, постепенно западные страны, которые ввели санкции против России в связи с войной, они будут закручивать гайки и там, где еще нефть куда-то проникает, в ту же Индию, например, или еще в какие-то страны.
постепенно будут вводить новые запреты, новые санкции, потому что никто в Кремле не собирается войну прекращать. И поэтому, я думаю, и доходы будут сокращаться. И восстановить уровень доходов у российского правительства не получится. А если начнут закрывать скважины, ну, что тут можно сказать? Во-первых, по геологии, по логистике, по экономике, вот российские скважины, если закрывать, то половину уже потом не восстановить. Потому что эти скважины у нас очень низкопроизводительные, с малым дебетом. Ну что там, два ведра нефти они дают в сутки? Если ее закрыть, то ну, в силу погодных условий, вечной мерзлоты, компонентов нефти, которые, из-за которых зарастет эта скважина просто парафином, снова восстанавливать ее и снова получать оттуда два ведра нефти, ну, как-то вот это экономически нецелесообразно. Если уж закроют, так закроют. Были уже предсказания в 2019 году до всех проблем экономических российских, что к 1935 году российская нефтяная добыча сократится на 40%. Из-за того, что ну, качество запасов такое, оно ухудшается постоянно. Легко извлекаемую нефть, она вот эти ее запасы исчерпаемы. А сейчас это гораздо ближе, потому что санкции ударили, и значит, надо сокращать добычу уже гораздо быстрее, чем планировалось. А по газу, вот, российская власть своими ну, приказами «Газпрому» фактически уничтожила его главную рыночную нишу в Европе. И за прошлый год экспорт «Газпрома» в дальние зарубежья сократился до 100 миллиардов кубометров. Ну, 100 миллиардов кубометров. Когда-то 155 вот, миллиардов в дальние зарубежья «Газпром» экспортировал. Значит, нет уже этих 100 миллиардов. Куда их пристроить? Путин почему-то очень рассчитывал, что в Китай он отправит этот газ. А для того, чтобы отправить такой объем газа в Китай, нужно еще одну трубу построить. Вот с ямальских месторождений, откуда газ сейчас в основном идет, до Китая он предлагает там через Монголию построить. Но проблема-то в чем? Вот с начала строительства до выхода на проектную мощность такая труба потребует 12-15 лет. Это раз. Поэтому заменить это не удастся. А второе, Китай до сих пор никакого согласия на это не давал, потому что ему этот газ, в общем-то, по его балансу газовому совершенно не нужен. И поэтому вот затея перенаправить потоки газа с Европы на Азию, на Китай, она провальная совершенно. Это неумная затея, она не оправдается. Ну, после отказа от российского, от российских ресурсов в Европе некоторых счета застали врасплох, которые пришли. У кого-то они вызывают ужас, у кого-то, ну, например, у нас вот довольно энергоэффективный дом, и поэтому мы не так замечаем их. Но так или иначе, есть те, кто возмущен довольно ситуацией. Вот как, на ваш взгляд, как будут в этом направлении развиваться события? Может ли ситуация как-то стабилизироваться? И надеемся, когда она может стабилизироваться? Не, ну цены начали расти в Европе, когда было повышение цен в Азии, это еще в позапрошлом году. Ну, там по объективным причинам все это получилось. А в Европе создалось впечатление, что сжиженный природный газ потечет сейчас на азиатский рынок, и Европа останется с каким-то дефицитом. «Газпром» этому очень сильно помог, потому что всю вторую половину позапрошлого года он начал сокращать поставки газа в Европу, демонстративно это делал. И цель была такая: мы вас заморозим, говорили в Москве, у вас будет экономический коллапс, катастрофа, огромные цены, и вы приползете на коленях и снимете с нас все санкции, перестанете помогать Украине, в общем, все как полагается. А Европа поняла, что за это надо платить, за свободу от «Газпрома», который шантажист, который выкручивает им руки, и поэтому надо ценами газ переманить себе из азиатского бассейна. Да, так и сделали. Цена повысилась в Европе на сжиженный природный газ. Он пришел. Европейцы стали строить повсюду новые терминалы по приему сжиженного газа, строить перемычки между соседними странами через границу, чтобы перебрасывать эти объемы газа под трубопроводом, интерконнектором. То есть все сделали. Да, в этом процессе повысились цены и на газ, и на электроэнергию. Это цена свободы. Это цена политической независимости от России, от «Газпрома». Хотели в Москве задушить Европу, заморозить Европу. Европа выстояла.
цены снижаются на газ, очень сильно снизились уже цены на газ. Можно ожидать, что также будут снижаться цены на электроэнергию, потому что Европа обошлась без России. Но это не она отказалась. Я всегда поправляю. Говорят, о, вот Россия потеряла там газовый рынок, они от нас отказались. Нет. Поставки газа сократились по решению Москвы, потому что получатели российского газа в Европе никакого эмбарго не вводили, никаких санкций не было по газу. Мало того, они подают в суд, ну, в арбитражный суд на «Газпром», требуя возместить убытки, потому что «Газпром» не выполняет свои обязательства по контрактным поставкам этого газа. Значит, ну, фактически Путин убил и газовую экспортную отрасль в России и принес колоссальный убыток России, отказавшись продавать газ в Европу. Ну, вот такая ситуация. Ну вот про природный газ спрашивает у вас наш зритель. Какие есть преимущества у природного газа перед электричеством при его использовании в бытовой сфере, не в промышленности, а в тех странах, где нет собственных значительных запасов, зависящих от внешнего импорта? Ой, я не знаю, какое преимущество. Вы можете отапливать свой дом газом, вы можете отапливать электрическими радиаторами, батареями. Вы можете вообще и без газа, и практически без электричества обойтись, если установить тепловые насосы. Сейчас, например, в той же Норвегии, где я нахожусь, во всех строящихся домах, там они все оборудуются тепловыми насосами. Несмотря на то, что Норвегия – страна, которая очень хорошо обеспечена электроэнергией, с гидростанцией, кстати, ни от газа, ни от нефти, ни от чего-то еще. Но какие преимущества? Каждый раз каждый потребитель должен сам посмотреть, где цены, какие, что там выгодно, и сравнить, и принимать решения уже. Там конкуренция в Европе. Это в России у нас есть «Газпром», который конкурирует с «Газпромом», и нельзя выбрать другого поставщика. А в Европе, пожалуйста, если где-то выгоднее, то можно переключиться на что-то другое. Вот мои финские друзья, они говорят, вы знаете, у нас с газом возникли некоторые напряженные моменты, когда Россия прекратила поставки газа, а мы перешли на пеллеты, на дровяное фактически топливо. То же самое мои друзья в Болгарии, да, говорят, вот у нас газом отапливался дом, мы отключили газ и стали теперь вот этими пеллетами, то есть не капсулами, а кусочками дерева фактически отапливать. Это, говорят, в 3 раза дешевле оказалось. Поэтому каждый просчитывает за себя, где выгоднее, где газ, где электричество, где тепловой насос, а где вообще дрова. Ну вот про «Газпром» тоже много вопросов, о нем упоминали. Что будет с его акциями, спрашивают наши зрители в обозримом будущем. Можно ли что-то прогнозировать? Это вопрос не ко мне, потому что российский рынок акций – это лотерея, в которой выигрывают те, кто очень хорошо связан с людьми, принимающими всякие политические и другие решения. Потому что это инсайдерский рынок. То есть кто-нибудь знает, что, скажем, выступит Путин и что-то такое скажет про «Газпром» или еще про что-то, акции двинутся вверх или вниз, и на этом кто-то очень хорошо заработает. А все остальные, ну, это бумажки для меня, это игра в фантики. То есть я помню, когда я сидел в эфире одной российской телекомпании, рядом сидела гражданка, аналитик одного. Она до сих пор, кстати, работает. И всех призывала покупать акции «Газпрома». Они были тогда по 300 рублей за акцию. Я говорил, что больше 130 она не может стоить. Ну, меня там ругали-ругали, костерили. Но это был пик тогда, в тот момент, цены на акцию. Когда аналитик призывает покупать акции на пике цены, то гроз цена такому, конечно, аналитику. А я вообще призываю людей, ну, в лотерею не играть. Те, кто в лотерею играет, те играют в российские бумажки, вот эти акции так называемые. Ну вот еще вопрос по поводу 5 февраля и что будет после. Какие возможности, спрашивает Космо, какие возможности у России на этот раз будут, чтобы обойти санкции на нефтепродукты после 5 февраля? Какой прогноз, спрашивает также она, на прокачку газа через газовую трубу Украина, Чехия, Словакия, Венгрия после окончания войны? Так, по нефтепродуктам, ну, надо смотреть, куда их можно пристроить. А их невозможно пристроить. Вот я не вижу рынка,
за пределами России на российское дизельное топливо. Но отказались, и в Европе, да, понимают, что будет немножко дороже возить, скажем, из Кувейта, из Китая, из Индии, но там и переизбыток. Пожалуйста, покупайте дизельное топливо не из России, а оттуда. Да, транспортное плечо будет подлиннее, может быть, немножко цены повысятся, но выйдут из положения. А Россия останется со своим мазутом, которого она производила в колоссальных объемах, который не нужен никому фактически. Это мазут, его использовали как полуфабрикат или иногда как судовое топливо. И с прямогонным бензином, так называемым, нафта, так называемая, который используется как сырье для нефтехимической промышленности. Но не нужно тоже столько этого. И Россия останется с этими нефтепродуктами, значит, остановится часть нефтеперерабатывающих заводов. Ну, некуда девать вот эту их продукцию. Или какие-то производства на этих заводах остановятся. У нас есть заводы, которые выпускают только самую такую вот дешевую и низкокачественную продукцию. Много мазута, много прямогонного бензина. Это завод в Киришах в Ленинградской области. Сургутнефтегаз владеет. Или три завода в Самарской области. Это Роснефть. Она их как-то вот позабыла модернизировать. Они... самые такие отсталые в технологическом отношении предприятия, скорее всего, ну, что-то там останется, чтобы регион снабжать вот, топливом хотя бы каким-то. Но часть производства придется закрывать. Ну вот также спрашивают вас о том, о состоянии российской экономики, если так обобщить, опять же, все вопросы, которые к нам пришли. Сколько вообще... денег у Путина еще осталось на войну? Можно ли вообще это посчитать? Или только спекулировать остается? Ну, пытаются сосчитать. Вот последний интересный был такой подсчет у агентства Bloomberg. Они сказали, что если такими темпами будет Россия продавать свои запасы юаней, которые очень много накопила, и если цена нефти вдруг упадет, $25-30 будет за баррель российская нефть, то к концу этого года у России кончится вот этот запас юаней, фактически будет исчерпан фонд национального благосостояния. Но в прошлом году Путин уже подписал закон, по-моему, 448-й федеральный закон, где было изменено бюджетное правило. То есть если раньше излишек как бы цены нефтяной выше 40 с чем-то долларов, вот, все направлялось в кубышку, накапливалось в фонде национального благосостояния. Сейчас по новому закону это напрямую пойдет в бюджет. То есть этот фонд, вместо того, чтобы пополняться, он будет расходоваться. Вот кто говорит, на 3 года его достаточно, кто говорит, на 2 года. Но война идет, расходовать вот эти деньги нужно, и поэтому они будут так не накапливаться, а расходоваться. Трудно сделать предположение, насколько это все хватит, потому что есть еще возможности обдирать население различными налогами, обдирать компании налогами. Вот в прошлом году взяли вдруг неожиданно, сверх всяких правил и налогового кодекса, объявили. Вы знаете, с «Газпрома» причитается 1 200 000 000 000 рублей. Пусть он за один раз возьмет и заплатит. Ну, взяли, заплатили, и потом гордо сказали, видите, как у нас налоговые поступления увеличиваются. Ну, вот да, будут это, да и дальше так же действовать, обдирать будут. Ну, если вообще говорить о состоянии российской экономики, если можно так обобщить, вообще на сегодняшний день каким цветом можно выделить состояние российской экономики, насколько далеко еще, или, может быть, уже близко до этой критической черты? Я не знаю, какая критическая черта, но сколько еще населения может вот стоять в очередях где-то, когда выбросят в магазин самые дешевые макароны? Ну, благосостояние-то. Не на Москву надо смотреть, надо смотреть вообще в целом на Россию. Москва гуляет, там ночные клубы и все остальное по-прежнему все бурлит, и жизнь кипит. А в самой России, то есть народ экономит, страшно экономит. То есть исчезают рабочие места. Экономика в тяжелом состоянии, не хватает квалифицированных кадров. Никто их не тренировал, никто не воспитывал, никто не обучал. То есть в экономике идет процесс примитивизации. Вот чем примитивнее все это будет, вот на лопаты, на ведра перейдем от высокотехнологических каких-то вещей. Импорт высоких технологий резко сокращается. Да, что-то такое импортируется, много чего-то импортируется, но совсем не того.
И вот эта примитивная, архаичная экономика, она, да, вот она может продемонстрировать даже какой-то рост в этом году, как предсказывают, может быть, на 0,3%. Вот один из последних примеров, я думаю. Но я думаю, скорее всего, это будет упадок, а не рост никакой. По сравнению с миром, который вперед уйдет на какую-то долю, там, на несколько процентов экономического роста, Россия будет отставать от всех остальных стран. Ну, ничего хорошего, я уж, извините, для российского экономического будущего не вижу. Просто как раз Песков вот буквально на днях заявил, что Путин, не знаю уж, гордо он это заявил или нет, но он сказал, что Путин получает полную информацию о состоянии экономики России. Ну, это брехня, потому что, ну посмотрите, Путин выступает, скажем, на Восточном экономическом форуме, а рядом, значит, с ним говорит первый вице-премьер, отвечающий за энергетику, говорит... добыча газа у «Газпрома» сокращается. Путин его резко обрывает и говорит, нет, на самом деле добыча газа растет. Ну, кто ему сказал такую чушь собачью? То есть он не хочет этого слышать. И ему докладывают то, что ему приятно услышать по экономическим делам. Он очень часто говорит, абсолютно ахинею несет по экономике. Но он у нас кандидат, по-моему, экономических наук с краденной диссертацией. Поэтому ему простительно. Ну вот спрашивают вас также в том числе и о Германе Грефе, главе Сбербанка, и об Алексее Миллере, главе «Газпрома». А в каком положении сейчас оказались вот эти влиятельные персоны? Ну, я с ними не знаком лично, вообще никогда не встречался даже. Они часть истеблишмента, как говорят, режима. Они встроены туда. Это вот элементики вот этой всей системы. Система эта мафиозная, построена на мафиозных правилах. И они фигуры, пусть они там о них много-много говорят, но они заменяемые. Вот как вот в мафии можно заменить любого капо, который отвечает за какое-то направление работы мафии. Где-то за рэкет, где-то за проституцию, где-то за наркотики. Ну, вот и здесь тоже один за Сбербанк отвечает, второй за «Газпром» якобы отвечает. То есть вот их можно заменять. Система-то останется та же самая. Заменять может того же Путина. Вот исчезнет он с экранов, появится на экранах какой-то такой же, но никому неизвестный, с криминальным прошлым в питерской мэрии, с краденной диссертацией, занюханный какой-то подполковник отставной из КГБ. И через три дня его пропаганда разнесет до уровня спасителя страны и будет опять новый какой-то лидер. Это заменяемые все фигуры. Мы вот чересчур много сосредотачиваемся на каких-то индивидуальных особенностях того или иного функционера. Ну, такие они есть. Но Миллер, он никуда не денется при Путине. Это вот прихвостень такой Путина. Помните воспоминания немецкого предпринимателя, который вот, да, пожалуйста, в интернете можно найти. Он рассказывал, что Путин сам взятки не брал. Он на бумажке цифру писал, а деньги брал Леша Миллер. Вот, ну как Путин от этого Леши Миллера избавится, куда он его дальше отправит? Это верный слуга. Виолончелиста Ралдугина называют кошельком Путина обычно в таком информационном пространстве. Понятия не имею, потому что Дугин – это очень смешной человек. Да, Ралдугин. Что касается Игоря Сечина, вы упомянули Роснефть. Это та же история, что и с Грефом, и с Миллером? Это то, что заменяемое? Я думаю, что да, конечно. Там все заменяемые, любые, конечно, заменяемые люди. Но у Сечина есть такая особенность. Вот когда мы говорим, что в России есть нефтяные компании, которые все-таки исходят из принципов коммерции, какой-то рентабельности, то есть они исходят из того, что надо минимизировать затраты и максимизировать прибыль. Вот главная задача любой коммерческой компании. А у компании, Роснефть, которой командует Сечин, у нее задача совершенно другая. То есть это государственная компания, и она не заинтересована в конечном результате. Она заинтересована в распиливании бюджета коррумпированными менеджерами вот в процессе. Вот затеять какой-нибудь проект, который по всем признакам
убыточный на все 100%. Там сплошная туфта во всех оценках запасов, в планах экспорта. Но выбить под это дело какие-то прибыли, бюджеты от государства, еще что-то дополнительное, и спокойно вот несколько лет, понимая, что это будет полный экономический провал, но по дороге удастся много-много чего-то такого распилить. Вот да, да, вот это вот в этой системе работает. Ему поручено командовать главной нефтяной компанией России. Вот он с ней, из нее и делает компанию по своему вкусу. Если говорить о влиятельности, вот Financial Times, если я не ошибаюсь, они писали о том, что Набиуллина и Греф пытались Путина отговорить, предупреждая о катастрофических последствиях войны в Украине, пытались отговорить до начала. Ну, так это или нет, проверить сложно, но вот все-таки, если смоделировать, как вам кажется, насколько вот могли как-то пытаться повлиять на президента России? Я думаю, могли попытаться, потому что люди это, в принципе, квалифицированные вот в своей отрасли. Они понимают, как, откуда берутся деньги, куда они расходуются, и что с ними надо делать, чтобы вот эффективно ими распоряжаться. Но влиять на Путина, у которого решения абсолютно безумные, они не подчинены логике. Он вот взял, разрушил экспорт российского газа. Взял вот своей войной, разрушил российскую нефтяную отрасль, разрушил, ну, фактически экономику соседней страны и подорвал настолько сильно, до разрушения дела доходит экономика своей собственной страны, резко ухудшил качество жизни граждан России. То есть это человек, который принимает решение во вред стране, во вред самому себе, я думаю, и во вред окружающим, вот его так называемым олигархам там или другим. Но я опять хочу сказать, что олигархи — неправильное определение там. Потому что олигарх, вот по определению, человек, который, он участвует во власти, он принимает решения вместе с другими олигархами, какие-то решения. В России решение принимает абсолютный безумец, это Путин, а олигархи паразитируют на его решениях. Вот ему захочется, например, построить колоссальный, за бешеные деньги газопровод в Китай, и он начнет его строить, а те, кто его подтолкнул к этой мысли, они будут на этом проекте распиливать очень неплохие бюджеты. То есть вот это паразиты, они паразитируют на безумных идеях вот этого руководителя. Вот система так работает. Ну, еще много вопросов попробую задать, хотя бы несколько. Какую область науки Михаил Иванович считает самой перспективной, востребованной через 10 лет? Ребенок выбирает направление специализации между физикой и математикой, не может определиться. Ну, в частности, я думаю, бизнес-технологии, то есть, прошу прощения, биотехнологии – очень перспективное направление. Второе, я смотрю, вот, например, в Европе, да, отчасти в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке. Какие специальности сейчас, ну, пользуются наибольшим спросом? Чего не хватает? А инженер-строитель, например. То есть вот резко не хватает инженера, который мог бы проследить за... Не проектировать даже вот дом какой-то, вот там архитектор или инженер, а проследить за тем, чтобы правильно строили. Вот это кадры вот в той же Норвегии, которых катастрофически не хватает, да по всей Европе. То есть людей вот с такой квалификацией. Строитель, хороший строитель, да. Людей, работающих в электроэнергетике. Не в нефти и газе, вот уже даже, а где-то по электричеству. У меня есть какие-то необыкновенные специальности, которые пользуются большим спросом, о которых мы никогда не слышали. У меня внучка сейчас работает, она кончила университет в Ноттингеме и мгновенно нашла работу. Знаете, что она делает? Она анализирует человеческие ошибки. Вот ее приглашают в какую-то компанию, где что-то произошло нехорошее. То есть в финансовом плане, в техническом плане, еще в каком-то плане. И произошло это по вине чего-то такого. Она анализирует, где здесь вина человека, вот говорят, человеческая ошибка какой-то там вине. И она дает рекомендации, как избежать этого в будущем, как вот минимизировать последствия от человеческих ошибок. Вот анализатор, представляете такую профессию? Анализатор человеческих ошибок, который дает рекомендации. Спрос колоссальный вот на таких специалистов. Ну, где такому учиться?
Если я не ошибаюсь, да. Она в трех университетах. Сначала университет Осло, потом в Сеуле в Южной Корее, а потом в Ноттингеме в Англии училась. Вот редкая специальность. Да, это интересно. Если я не ошибаюсь, ваш внук в Латвии учился. Вы об этом говорили в одном из интервью. Нет, внук, он пока еще в школе, он учится в Латвии. Это младший внук. А вот внук, который сейчас плавает, он сам выбрал себе специальность морского электротехника, электроинженера. Вот он сейчас он уже довольно долго плавает. И он на судне проходит очень серьезную практику. Я думаю, через пару лет он пойдет до инженера, морского инженера или электротехника учиться уже в ВУЗ в Норвегии. И это очень перспективная отрасль. Хотите, плавайте, хотите, на верфях работайте, хотите. Это спросом пользуется вот электричество. Это тоже важно. Ну, как я уже сказал, строительство, биотехнологии – это потрясающее совершенно направление. Ну, вот в завершение хочу вас спросить о тех, кто уже, наверное, не может плавать, по крайней мере, в этот период. Много вопросов о санкциях. Вы упомянули олигархов и спрашивает Михаил, если действие санкций имеет долгосрочное воздействие на экономику России, то как быстро она сможет восстановиться после их отмены? Но я просто хочу дополнить о санкциях. Насколько сейчас мы наблюдаем, некоторые находят лазейки для того, чтобы их обойти. Вот мы как раз только что с Марком Фейгином обсуждали, что Абрамович, участвуя в переговорах, он избежал американских санкций каким-то образом. Что касается, например, самолета Чемизова, он был замечен где-то в Европе. Ну, то есть какие-то, мы, конечно, не можем утверждать, что это так, но какие-то лазейки, судя по всему, есть. Вот могли бы вы комплексно ответить на этот вопрос и по поводу санкций, и по поводу того, какие сейчас находят пути и маневры российские олигархи? Нет, ну это естественно, что какие-то... Я не знаю, знаете, потому что я к олигархам не отношусь, я всю жизнь деньги тратил заработанные, а не накапливал их, потому что у меня самые большие накопления – это впечатление об интересно прожитых моментах в жизни. А как выкручиваются олигархи, ну, мне просто не очень известно. Я знаю, что была такая, она существует, такая система у российских политиков за границей, есть доверенные лица. То есть лица, которые богатые, живут хорошо, в общем, они на нормальном совершенно счету, олигархами не считаются, но они командуют какими-то огромными накопленными активами от имени, ну, якобы это им принадлежит, на самом деле это принадлежит кому-то из власть имущих в России. И я знаю, например, были случаи, когда... Ну, решили, что в России все и катится кувырком, и дай-ка я израсходую какие-то вот эти деньги, которыми мне довелось тут распоряжаться. И люди кончали очень плохо, то есть их, видимо, убивали или что-то делали с их семьями, поэтому, да, вот есть такие, это не просто олигархи, это доверенные лица, подставные, которые владеют какими-то активами. Да, вот таким образом, я думаю, это один из способов вывода активов из-под санкций. Вполне благопорядочные граждане каких-то иностранных государств. Ну что ж, благодарим вас за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Спасибо вам и до следующего раза. Всего доброго. Вам спасибо, всего доброго.